Настроить экологический менеджмент территории площадью более 100 гектаров земли с множеством карповых хозяйств. Такую задачу решают сегодня эксперты экологической клиники СПбГУ, которые разрабатывают концепцию экотропы в Новгородской области. Это первый такой у нас проект и в рамках клиники. И, в принципе, запрос очень интересный, потому что мы на него так с удовольствием откликнулись, тем более, что он пришел к нам от нашего выпускника. Да? То есть заказчик является выпускником кафедры геоэкологии географического факультета, поэтому мы, конечно, с удовольствием помогаем и получаем от этого, в общем, множество полезной информации. Связано это с тем, что это как бы и вопросы и землепользования, тут же мы уже писали о том, что это и аквакультура, да, связана с разведением рыбы, и экологическая тропа, тут и экотуризм, то есть множество всяких вещей, это все на одной территории, это здорово и классно. Команда экологической клиники СПбГУ осенью прошлого года посетила Новгородскую область со знакомительным визитом. Сейчас ведется документальная работа, изучается историко-культурная ценность территории, выясняется вопрос особо охраняемых мест. У локации будущей экотропы должна быть своя изюминка. Основная особенность то, что действительно там занимаются разведением рыбы. То есть это такая территория, которая адаптирована, именно там такие пруды, они не очень глубокие, и они осушаются. Вот это очень интересная технология, то есть они каждый год набираются, и потом осенью и сливаются, рыба переводится в специальные зимовальные ямы. Еще из особенностей я бы хотела подчеркнуть такую проблему. Действительно, это большое количество борщевика. Это растение, с которым необходимо будет справиться, иначе туристы не смогут туда приезжать и везде гулять, где им захочется. Хоть для экологической клиники СПбГУ подобный заказ первый в практике, сотрудники, студенты и аспиранты в рамках этого проекта выполняют уже привычную работу. Проводят консультации, экспертизы по вопросам от населения и организации, связанные с состоянием экологической среды региона. Основная часть работы будет завершена осенью 2021 года. Далее группа отправится на обследование ландшафтов. По итогу должна сформироваться общая концепция развития территории в Новгородской области, которую заказчик мог бы использовать и привлекать инвестиции. Диана Полякова, Евгений Горяев, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.